В Бостандыкском районе Алматы продолжается борьба с грызунами. От нашествия крыс, в частности, страдают жители микрорайона «Ботанический сад». Они и обратились за помощью в городской центр дезинфекции. Как выяснилось, причиной всему явилась пустующая территория, примерно в 2 гектара, заваленная мусором. Выяснилось, что эта территория частная. Вообще частные территории должны, обработки должны производиться за счет собственных средств владельцев участков. Но в связи с тем, что жители жалуются в близлежащих домов, мы производим вот с помощью дирекционной фирмы обработку, организовали вначале очистку бытового мусора. Территория она не ограждена и не охраняется, поэтому, естественно, жители бросают сюда бытовой мусор. И происходит как бы подкормка этих крыс, и они здесь размножаются, и расплод идет. Для борьбы с грызунами использовано более 50 килограммов яда приманки. Задействовано 2 бригады из центра дезинфекции. Всего по району работают 5 таких групп. Отрава подействует на грызунов через 3-4 дня, обещают специалисты. Привыкание к этому виду яда пока не отмечалось. Дератизационные мероприятия проводятся 2 раза в год. Это осенний и весенний период. Первый тур был начат весной, а второй, сейчас 17 октября 2016 года, был начат с Турсибского района. В Бостандыкском районе мы сейчас, у нас идет второй день дератизационных мероприятий. Общий день у нас составляет 5 дней по Бостандыкскому району, согласно утвержденному графику.